Не, конечно, могу попробовать на имбире поиграть. Да, нету, я бы на табу поиграл. Ну ладно. Ну, там быстро секер левел возьмет, это проблема. Чего у них в фэне? Бля, тогда, наверное. Типа. Спасибо большое, Микси. Попробуй Кру убить у него. Иди убей Кру. Ну, не так, а вот так. Спасибо большое, Микси, раз в два месяца. Yes.
наверное, потом за руны пойду. Мне обсмит нужен. Ну, он почти умер, но там в миде все герои. Не, секер сейчас может убить, по идее. Ну, он не оформленный медасик, и все норм. ПВРК. Очень лол. Ладно, вообще медас. Просто фармите и все. Мне в мид помощь нужна. Хорошо. Там бот пушится. Пока не могу. Сварк что-то совсем был здесь. Паджик, поставь сюда. Поставь это вижен. Сюда. А я без Владимирок, наверное. Сразу манта и все. И медленно фармлю что-то. Шторм, Лотар. Отойдите пока с бота, просто фармите. Мы их перефармливаем вообще в нуле. Не надо драться. Если они сами куда-то очень далеко выходят, так тогда. Не, Медас еще не откатился на иллюзии, нет смысла юзать. Или можно Мьёльнир травелась сделать и сплитить так же. Это плохо. Придется, наверное, так сделать. Потому что без ТП я не выживу.
ачивмент. Это ужасно что-то. Я задинаил тавер. Привет, милая. Да не стоит драться, там сейчас Варк вас поймает, алло. Не надо, не надо, уйдите. Нафармите и мы пойдем потом повоюем. Просто с его. Нужна кура, гайс. В топе проблемы. В топ помощь нужна. Алло. Кура, а мне не дают. Ну ладно. Я уже третий раз и не могу мгильдера понести, парня. Это нормально? Мы в втором смысле. Я, наверное, аватар возьму. Потом уже все остальное. Подожду. Можно Расту попробовать, давай. Он с Юлом, правда. А, нет, там еще уходи. Или что, ну? Где он? Нет, тут еще Тинкер. Я умер. Смотри, анимация. Проблема в том, что Гани на Тинкере будет решать еще позже. Сварк. Сварк еще и сабли. Не, почему ТП еще инвентарь будет? Тут КДшится еще. Не, медас даже не успею нажать, ну ладно. Закрой карту. Закрыл. Ну, я иду, иду. Yes.
Foundation. Вард надо будет здесь. Парни, чуть подождать надо. Потихоньку фарм. Nice. Вы зря делитесь. Тоже много итемов. Нужно будет МКБ, ВКБ. Зря говорю, не надо так. А им посплите все. Настраст очень хорошо играет, мне прям, знаете, нравится, и с даггером, там даггер есть, задизейблит, я там лазер накину. Книга есть? Книги нет. Не, мы не догоним его. Можно Рошана просто убить. Я думаю, да, сейчас я. Пойдем. У тебя есть Владик? Нет? Ладно. Нет. Тебе в этой игре попозже надо будет БКБ взять. Обвисал БКБ, наверное, так. Арчит или не арчит, вот вопрос. Или просто взять БКБ и бить. Наверное, вот так даже возьму. Можно сейчас прям Рошан найти. С плеча. Ладно, я прилетел, там тинкер еще. Ну, как бы хекс, сам акшен, по сути. Этот чел с вардами. Ладно. Раса потратил очень много ман, но у него и так до хера айтемов. Ладно, будет хекс, будет легче. Пойдем, Рушпит. Пойдем. Так, не пойдем. Прогоним тинкер. Ну да, значит надо ждать моего тогда хекса и убивать его за хекс. Нужны все. Есть что? С старком тут. Или нет?
Лич. Нормально. Я потихоньку хекс выхожу. Я говорю, надо Рошана забрать. Это очень... Ну, зря ты туда типа идешь. Если честно. Это будет очень долгая игра, потому что я сплитчу, он сплитит. Нормальный такой дэмэдж. Вообще Раста может меня прыгнуть до хекса, он прилетит и убьет меня. Ну нет. Они убивают мою иллюзию и... Ладно, 160 монет. Чё поделать. Плохо то, что я здесь остаюсь. Я лечу, лечу. Много урона. Да, без БКБ тяжело будет. Ну, вардами они не могут сломать, если я жив. Поэтому... Сейчас хекс будет, будет намного легче. Я буду в тинкер его пытаться давать. В другой части карты. Хорошо. Иду потихоньку. Нужно тинкера будет убить как-то. Ну, я один воду. Ну, так до хикса. Но надо было Рошана на антимага забрать. Давно уже. В смысле? Да не, ну антимаг ушел, я-то при чем? Ну, я-то не могу что же его убить, мне нужен антимаг. Ну, опс, надо еще поставить около Рошфита, если есть. Или можно подождать 700 монет моего хикса, и мы точно выиграем файт, если я первый не умру. Тинкер, если поймаете. Дайте мне мой хекс, пожалуйста.
Все, есть хекс. Вот сейчас мы, надо смело идти в рошпит, забейте, пусть они там умер, не умер. Пойдем, АМ. Плохо понятно. Да похер вообще, я ж поле поставлю дважды. Да. Мне опять хекс не дали. Тут Солар. Я бегу с хексом, бегу. Тинкера дам. Найду тинкера, дам хекс. Хек, 7 секунд. Не ушел. Нас не разорвал. Надо аватар скоро, наверное, будет убирать. Нужно МКБ либо КВ. Ну, я потихоньку сплечу. Да не, АМ бы не бэкбэкался. Там вообще не надо было бэкбэкаться. Тинкер может быть с хексом сейчас. Хотя, вряд ли. МКБ собирает 40. У меня бейс выйти, у меня бэкбэк есть. Я не смог, не отменили ТП. В тинкера надо как-то.
Ладно. Зря я Драгенвейн взял, надо было брать что-то другое. Ну ладно. Вообще МКБ здесь надо взять. Надо опять Рошана убить. Они в рошпите, по-моему, сами. Не, Рошана нет. Наверное, пока вот так. Гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, внеси свой вклад в дело спасения бездомных поросят. Спасибо тебе за стрим, Йонд. Очень хорошо играешь на Арчуардинле. Приятно смотреть таких скилловых игроков. Кстати, против тебя Фетчка бича на обов на Тинкере. Так, чё бы, манта сразу. Не знаю, я хекс дал. Не, надо уйти. Я ухожу. Юл кто дал, тот и... Ты ж Сварк за БКБ в натуре. Ну да, наверное. Почему? Да блин, почему у меня итемы все не берутся? Там Тинкер с Хексом, наверное. Ты не зря идешь. Тебе дадут сейчас спел, и ты умрешь. Рошан есть. Такие юлы, конечно. Может, смог еще какой-то нажмем? Нормальный. Так, чтоб я зацепил кого-то Расту или Тинкера. Или этого. Вон Сварк с МКБ бежит. Опять Тинкер байбэк. Уходите, уходите, уйдите, просто уйдите. Давай, давай. Начните как-то, не? Ну,
Тинкер после пэбэка. Иллюзия. 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 Рошан четверть нанесли. Не зря. Надо БХБ взять. 15 секунд. Нужно вот вместо этого итема, скорее всего, брать Дейдауза или МКБ. МКБ лучше. И 3-2 хочу еще. Пойдем. Раз ты нет, 40 секунд, я думаю, мы успеем. Они могут сами убить сверки, кстати, а нас огоним, да. Я после ВБК. Нужно тинкера убить, основной дэмэдж. Есть гем у нас? Он в атаре будет. Я думаю, нет. Да уходить надо. Бля, не сделал. Со мной сварк еще был, хотя я мог БКБ нажать и выйти. Бля, парни, отпушивайте линии, я мертв. У меня нет БК. 2 минуты спойн. Я, короче, мог БКБ депаузу сделать, я хотел хекс дать, а забыл про сварка в атаре. Это хорошо, если убьешь. Помоги ему, подожги его. БМ, нажми, что-то сделай, ну алло. Уйдите, все, уйдите. Да все, уйди. Ну, сварк бежит в лес наш. Боже. Просто могли только что убить, но... На самом деле, Акс такой балбес. Ладно, все, успокойтесь. Он с Аигисом еще. Тинкер только идет. Сварк без БКБ. У меня 30 секунд. Убивай его. Убивай. Бля.
Ну пиздец. Ну пиздец, его не убили еще. Он без байбека, по-моему. Как и я. У него в одном подниматься. Ну сейчас я попробую помочь. 9 секунд. Будет мое, будет мое, будет мое уже. Бля, я иллюзию, короче, хуёво поставил. Иллюзия хуёво сделана, почему-то не стпшилась. Почему у меня иллюзии? А, бин слетел, я думаю, что за говно? Ха, нормально. Вон, мы потеряли сторону вообще бездарно. У Тинкера есть байбек, у меня тоже есть. Нам гем нужен. Мне просто не хватает, короче, нужно вместо Dragon Lance взять МКБ и будет все норм. Здесь сварк. Я боюсь Арквардена, он в лотаре ходит. Я не хочу лететь без Вижена сюда. Пойдем мид. КБ надо. Еще чуть бы КБ нажать, чтобы шейка унесли. Бля, че у Накси? Купи себе форс и зацепи кого-то. У нас бот пушится. Алло, алло, алло. Просто самообороте. Один барак от Раста остался. Чисто чел на шамане всю игру сделал, по-моему. Там должен быть у Тинкера хекс, наверное. Крыла два нужны. Нет, вообще. Их-то апсов бы нормально. У меня есть МКБ. Вот, Тинкера надо. Он хекс у него хекс, сразу БКБ жми. Есть байбек. Некуда лететь. Ой, бля, я еще зафейлил ТП. Там хекс
Я ж сказал вам. Он меня зацепит за хексе, мы проиграем. Нужны лотосы какие-то. Нет, ничего пока. Тинкера надо. Ну, мы с меня крипами. Нужно попробовать мид сети. Какой бы БКБ на бот тур на вон? Идите по миду, пойдем, пойдем. Тинкера нет. Меня может убить Раста, кстати. Еще никто? Ну, трон надо, да, трон, пойдем. Байбекнулся. Нам Раста пушит. Я хуёво сделался. У меня нет байбека. Нам трон пушит, я улетел иллюзией бездарно. Тинкер 4 секунды. Ну ладно. Бабка. Да не, не очень. У меня нет байбека. Я пошел отпушивать зачем-то. Можно было не отпушивать. На мега. Какой же хуёвый все-таки этот игрок. Ну ладно. Раста сыгоним. Ну, единственный, кто выиграл. Раста. Он мне... На этом аккаунте, кстати, не на моем. Это... Вот это мут и не моего аккаунта, Гакс. Лол. Вот зачем тебе 5-200 акт, да? Ну ладно, не могу ща быть уверенным в 4 тиммейтах. Раз ты выиграл игру, ББ. Ладно, ГГ. Go next.